policija notvērusi divus vīriešus, kas dienu pirms 9. maija apķēpāja otrā pasaules kara upuru piemiņas vietas. Viņu lūdz bija pārliecināt sabiedrību, ka nozīgumu paveikuši latviešu fašisti. Tādēļ uz pieminekļa viņa atstāja ķēpājumus valsts valodā. Viens no aizturētajiem ir Saskaņas centra apvienībā esošās Latvijas socialistiskās partijas biedrs. 8. maijā šī monumenta sienas parādās stilizēta nacista attēls, kā aškrusts un uzraksts latviešu valodā. Policisti ātri vien izskaitļoja vainīgos, kas šādā veidā bija centušies kurināt starpnacionālo naidu. Abi gan tika cauri sveikā ar maigu sodu. Abi pieminekļi apķēpātāji ir krievvalodīgie 30-gadnieki ar 9 klašu izglītību. Viens strādā par flīzētāju. Viņi atzinušies, ka dienu pirms 9. maija savu drosmi pastiprinot ar alkoholiskajiem dzērieniem pieminekļi apķēpāja ar uzrakstiem latviski, lai sabiedrība uzskatītu, ka šo noziegumu veikuši latviešu fašisti. Arī datums visticamāk bija izvēlēts apzināti, lai notiekušais izskanētu pēc iespējas skaļāk un uzkurinātu emocijas. Tomēr plāni izgāzās un noziegums nekādu sabiedrības reakciju neradīja. Augusta beigās lieta nodota prokuratūrā un jau septembra sākumā abiem piespriests sods. Abas personas vainu ir atzinušas, nožēlojušas, nebija konstatēta arī vainu pastiprinoši apstākļi un tika nolemts piemērot prokuroru priekšrakstu par sodu, proti katrai personai 50 piespiedu darba stundas. Tā kā viena persona tika aizturēta jau uz 3 dienām iepriekš, tad viņai 24 stundas. Vainīgie paši pārkrāsojuši savus ķēpājumus un saveduši monumentu kārtībā. Lai cik ironiski tas nebūtu, viens no vandāļiem ir pārliecināts antifašists, Latvijas socialistiskās partijas biedrs Andrejs Mīsniks. Этот вот рисунок, да. Вот, держите Андрей, сейчас нас оператор. Что вы видите здесь? Адеквата отбилды. Угу. Сапогом по, так сказать, человеку, у которого на рукаве свастика. Да, вот это именно тот рисунок, который мы нанесли на арку у входа на еврейское кладбище. Угу. А вот это та свастика. Да. Которую показали в прямом эфире на канале ТВ-3. Ну да, это скриншот студии коллег да, телеканала ТВ-3. Якобы нарисованная мной. И какие-то мифические нацистские лозунги на латышском языке. А именно правая партия ВИСУ Латвия ТБ-ЛННК в лице ее лидера Рависа Дзинтерса, вернее сказать, одного из лидеров, написала первое свое открытое письмо к лидеру Центра Согласия Нилу Ушакову. И в этом письме в том числе были и такие слова. Хотелось бы посоветовать Ушакову не увлекаться интерпретацией заявлений представителей нацобъединения, а посмотреть на недостойное поведение самих членов Центра Согласия, которые сквернили еврейское кладбище с одной лишь целью – обвинить в этом латышей. И разве пропаганда 9 мая преступного советского режима не является примером раскола общества, того, в чем вы обвиняете других? Эта надпись на мемориале появилась буквально на наших глазах. Мы снимали возле могил, сюда подъехали два молодых человека на мотороллере, стали что-то рисовать. Увидев нас, они испугались и убежали. Краска еще пахнет. Они не успели дорисовать. Здесь сапог давит кого-то, видимо, ребенка, и надпись по-латышке «Адекватный ответ». То есть уничтожение евреев – это адекватный ответ на их преступления. Такого рода фашистская пропаганда на территории Европы после 1945 года считается преступной. Сейчас спросим про личные убеждения председателя Центра Согласия Нила Ушакова и, собственно, председателя Рижской городской думы, которой, я имею в виду думе, принадлежит земля. Под воротами, которые были обрисованы нашим героем. Господин Шаков, добрый вечер. Хорошо ли вы нас слышите? Добрый вечер. Замечательно вас слышу. Скажите, пожалуйста, почему вы потребовали в довольно жесткой форме, надо сказать, исключение господина Мисника из рядов и Центра Согласия, и Социалистической партии в частности? Я думаю, что если человек даже при самых лучших побуждениях не может понять, что на мемориале еврейских жертв нельзя рисовать даже стилизованную свастику, если он не может понять, где заканчивается мемориал, где нет, и где это можно делать, где нельзя, то ему в активной политике, в рамках Центра Согласия не место. Как вы думаете, почему Социалистическая партия и ваши коллеги из соцпартии, ну, как мне показалось, какое-то время даже выгораживали Мисника? Вот с чем это, на ваш взгляд, могло быть связано?
это было связано с тем, что ошибку, которую совершил господин Мисник, подставив, извините меня, это слово употреблю, объединение Центра Согласия, использовалось против Центра Согласия прямо перед выборами, потому что его обвиняли в средствах массовой информации в том, что он участвовал в осквернении. К счастью, этого он не делал, он просто испортил имущество, что тоже никаким образом не является для него оправданием, но, естественно, обвиняли в осквернении и в осознанной деятельности для того, чтобы разжигать национальную рознь перед 9 мая. А поэтому, когда шла разнообразная информация, там было ли осквернение, или было порча чужого имущества, не сразу удалось разобраться. Когда стало понятно, что произошло, была сразу четко мной сформулирована позиция. Человек поступил неправильно, и в активной политике в рамках Центра Согласия ему не место. Активнейшая была организация «Visu Latvijai», которая дедзināja PSRS karogu. В этом году число легионеров и их сторонников, которые собрались у памятника свободы, было больше, чем в предыдущие годы. А число их противников, наоборот, значительно меньше. Естественно, среди почетных участников шествия виднелись лица активистов «Visu Latvijai». И не просто виднелись, а были в первых рядах, с национальными запевами, маршируя во главе колонны. Что же это ажиотаж? Этот ажиотаж создают журналисты и нечестные люди. То, что делаем мы каждый год вспоминаем о своих воинах и будем делать это и впредь. Так что я советую вам не создавать этот ненужный ажиотаж. Для нас, да, не наша вина в том, что, к сожалению, есть красные провокаторы, которые сделали... Да, вот это по политическим зрелищам. Колбасой приехали сюда вы. Я такой желаю. Вы изменники Родины, все. Меня звать, поэтому вас пристали, вас бы расстреляли всех. Да, если бы я был в то время, свою Россию забыли. Я...